Вот это было охуительно, братан. Это было реально охуительно. Ставлю класс. Добро пожаловать в Rocket League. Ну что ж, ребята, сегодня я, как я и обещал, в принципе, вчера, просто ночью сел и чуть-чуть поиграл в Rocket League и апнул этот самый Diamond 3 Division 2. И это было очень легко, серьезно, без записи это просто максимально легко. Но кое-что я понял и что нам уже точно просто, ну, не совсем исключить лаги, но сделать их намного меньше. Вы раньше замечали, что вот эти последние ролики в этом марафоне по Rocket League были в 30 FPS. Не потому, что я записывал в 30 FPS, а потому что мне нужно было быстро срендерить и выложить ролик. Поэтому видос пришлось не в 60 FPS рендерить, а в 30. И я подумал, а если я буду снимать ролики не в 60 FPS, а в 30, будут ли у меня лаги? И сегодня мы как раз таки, ребята, это проверим. Если это так, то, к сожалению, до нового компа нам придется все ролики снимать в 30 FPS. Банально, чтобы не было лагов и Джонни больше не бомбил, не проебывал и тому подобное. Поэтому сейчас мы, ребята, идем в ранкет соло 1 на 1 и посмотрим, будет ли все у нас заебись. Поехали! Ну что ж, поехали, ребята, как говорится. Так, пока все отлично. Пока реально... Ой-ой-ой-ой-ой, походу серьезно? Да ладно, до такой банальной фигни Джонни не додумался? Серьезно? Всего лишь записывать ролики в 30 FPS, и все будет отлично? Ну, ладно, ребята, тогда, к сожалению, придется вам не совсем плавную картинку видеть, а вот такую, но зато стабильную и классную. Опа, хорош. Только знаешь, у меня есть секретный прием. Опа, вот такой резкий удар. Бум! Yeah. Первый гол за нами, ребята, отлично. Чувствую, мы сегодня возьмем Division 3. Но чем больше я буду выебываться, тем меньше шансов у меня взять этот Division 3. Ладно, я на самом деле, не знаю, хотел как-то, но я решил просто перед сном на самом деле поиграть в Rocket League. Думаю, ну, блять, ладно. Я типа обещал взять этот Diamond 3, но так и не взял. Я такой, ночью зайду, возьму быренько. Взял, в принципе, где-то... С часу ночи до двух я поиграл в Rocket League, взял. Может быть, чуть меньше, но взял. Там буквально было из всех побед было одно поражение, либо два, не помню точно. Вот, и потом всю ночь ебашил тупо в пирате, блядь, ностальгировал, ребята. Но сейчас у нас как-никак речь совершенно не об этом, а речь о том, что... Блядь, как же все, сука, не лагает! Как же все, сука, отлично! Ну все, блядь, минус нытье, пацаны, минус нытье. Минус нытье, сука! Вот так, блядь, и все! Вот так, нахуй! Ладно, на самом деле, нужно еще не забыть про такую херню, что ты пиздишь постоянно, а пиздешь как бы отвлекает тоже местами. Опа, нет, плохо было. Бля, он так проебался, это пиздец, ребята. Он очень сильно проебался. Ну-ка, ты будешь бить, нет? Он не поехал, ладно. Давай. Нет, не получилось, но... даже взорвать не получилось. Ладно, я возвращаюсь на свое нитро. Так, братишка, бей. А, блядь, сука, отрикошетил от него. Надо было немного левее ударить как-то, я не знаю. Ну, давай, ну это же интересно, да, пиздец. Кстати, у меня выключено? Да, все выключено, отлично. Ну, я не знаю. Решил посмотреть на свой вот этот вот красивейший гол. Я, знаете, чуваки, что еще придумал? Как вам такая идея? Как-нибудь запустить стримец? Я, кстати, знаете, что еще и решил? Что, может быть, у нас как-никак основной канал простаивает, правильно? На нем ничего не уходит. А почему это не сделать, ну, особо не стримерский канал, но просто стримить именно там? Как бы, не знаю. Мне кажется, так будет лучше. О, отлично. И, типа, я хотел бы сделать стрим, но серьезно. Ну, абсолютно с любым желающим поиграть один на один. Ну, там просто... Я почитал комментарий под предыдущим роликом, где, ну, допустим, давайте я озвучу я долбоеба, который писал в комментах. Он писал по типу, что он платина 1, что-то типа, и даже у него на платине нету такой херни, явно меня за кадром бустят. То есть, меня за кадром бустят, чуваки, прикиньте. То есть, я отдаю свой аккаунт, на котором там типа... И игр дохуя, и все такое. Ну, типа, я даю чуваку аккаунт на буст, чтобы, блядь, он поднял мне ебучее звание в Rocket League. Это просто, ну, типа, это смешно, как минимум. Потому что на стримах вы видите, как я играю, как я так играю.
Это банально бред. Просто отдавать ютуберский аккаунт какому-то левому хую, который может даже заскринить. Вот типа, смотрите, этот пидорас все же не настоящий чемпион. Он заказал буст у меня и тому подобное. Но это банально, это очень бредово. И, блядь, человек говорит, что он на платине, блядь, и даже у него такого нету. Разница в том, что я даймонд, блядь, а ты платина ебучая, сука. Долбоеб ты. Играй на своей платине и сиди там до конца дней. Если ты на платине, значит ты хуже играешь, дурачок. Спасибо. Идем дальше. Ну что, поехали. Кстати, чуваки, Division 3 это все-таки пришел мне, поэтому все отлично. Мы сейчас находимся в третьем дивизионе. Главное сейчас его не слить. Потому что против нас, ребята, гранд-чемпион, как бы, 5-го сезона. Попрошу на минуточку. Ой-ой-ой-ой. Не получилось наебать? Ладно. И... Хорошо, хорошечно. Нитро у тебя нет, братишка. Бля-бля-бля, слишком вперед поехал. Если бы не поехал слишком вперед, то мог бы, в принципе, и ударить нормально. Так. Блин, его надо как-то взорвать, я думаю. Блять, сука, он хорошо контрит. Блин, вовремя вылетает пацан. Так, о, отлично, еще нитро взял. А это шанс, да, это гол. Это гол, ребята. Это гол, отлично. 1-0, все супер. Отлично. Блин, ну, конечно, мне хотелось бы видеть плавную картинку на моих роликах, но, ребята, красота требует жертв. Красота реально требует жертв. Серьезно? Красота требует жертв. Пум. Давай. Братишка. О, отлично, ударил. Давай, прям мне пасуй. Нет, не пасанет. Опа. Блять, он взорвал, ладно. Пока все отлично, все под контролем. Опа, найс. Вот такие моменты, кстати, если бы я его не ударил, то я бы проебал гол. Но так как я его ударил, он дезориентирован был. И хуй что он сделает мне? Хули он мне сделает? Я на другом конце поля, блядь. Слышишь, братишка? Я на другом конце поля. Ну-ка, нет, я думал его взорвать, че не? Такой думал. А в пизду, бля, опоздал. Плохо. О, найс. Хотел как-то в бок ударить, но я думал, сейчас, блядь, все, ворота забил. Угу. Нитро, раз, два, три. Блять, не появилось. О, сейчас появилось. Хо! Отлично! Отлично! Давай. Так. Ударил. Понял. Я все равно до мяча не долетел бы. Хуякс! Хуякс! О, найс. 2-0, ребята. Отлично, вот это мне нравится. Вот так просто красиво. Вот так просто. Микролагов не чувствую особо. В принципе, ну и тут понятное дело, что микролаги не только из-за того, что запись, ну просто много процессов. Запись и игра одновременно. И понятное дело, процессор просто не справлялся с этим. О, сейчас, кстати, микролаг был. Не особо он мне помешал. Не бей, отлично. Опа, давай вперед, братан. Пум. Очень странно было, но вы сами видели, да? Он, грубо говоря, воздух ударил. Было странно. Это было очень реально странно. Но это дело в... Кстати, пинг одинаково. Странно тогда. Тогда очень странно. Ну ладно. Пока 2-1. Пока меня все устраивает. Вот абсолютно все устраивает. Все охуительно. Давай, жота. Оп. Найс. Так, сейчас. Оп. Надо взрывать, братан. Пум. Сука! Вот это было охуительно, братан! Это было реально охуительно! Ставлю класс! Молодец! Ладно, ребят! Ладно, молодец, брат! Едем дальше, 2-2! Да не хочу в овертайм, братан! Не хочу, серьезно! И у нас гранд-чемпион! Ну я-то чё, я лох без гранд-чемпиона, да? Я же без гранд-чемпиона. Ну ты сиди на гранд-чемпионе, я попробую тебе как-нибудь так выиграть. Так. Оп. Так, быстро выворачивайся. Не-не-не, в пизду, не забью. Не забью, сука. Так не забью. Нет. Тихо. Ну он сейчас забьет, он гол. Я ненавижу такие удары. Ух, повезло.
Блять, сука, опять даджзон, сука. О! Найсу! Блять! Сука! Улетает просто, не могу довести. Блять, все, я проебал, да? Нет. Сука, видите, я банально нитро проезжаю. Оп! Отлично. Так, давай, третий гол. Да! Довернули до ворот, и третий гол у нас в кармане. Бля, почему все так охуенно? Что-то слишком все. Мне кажется, блядь, карма просто потом как. На, сука, будет меня вот так хуярить карма такая. Ты че, блядь, охуел выигрывать, пидорас? На! И просто буду так, сука, сосать, что вы от меня отпишетесь. Ладно. Ну все, я без нитро, это уже. Ой, да, блядь, что-то. Я не знаю, что со мной происходит. Сегодня. Нет. Без нитро был, увы. Увы. Никак из ворот не выкину. Бля, ну чувак, ну ты еблан. Он, вот, сука, пидорас. Он, сука, свои голы смотрит, мои пропускает моментально. Вот, блядь, в рот ебал таких. В рот ебал таких. Ты, блядь, свои драгоценные голы смотришь, блядь, а чужие не хочешь. Ну, сука. Блядь, ты ж пидорас, сука. Ой, бля. Ладно. Ну, глинометь дальше, братан. Глинометь дальше. Глинометь дальше. Сейчас мы попробуем тебя хорошенько закомбычить. Опа. Не спасай. Я тебе сказал. Не... Ты чё, охуел летать столько? Эй, блядь. Мы на это не договаривались. Мы на это не договаривались. Блядь, 20 секунд, сука. Джонни, забей этот ебучий гол, пожалуйста. Блять, он не взорв... Что? Почему не взорв... What the... Хэ... Понятно. Ладно, это проёб, к сожалению. Но тут уже... По моим ошибкам. Уже по моим ошибкам, да. Ну, я не знаю, за 9 секунд... Хорошо, хотя бы один гол попытаемся за 9 секунд забить, но... Блин, все же так хорошо шло, все же так охуенно шло. Я проебался. Да, и признаю, я проебался. Я проебался, ребят. Все просто. Все банально просто, Джонни, проебався. Сука, ну я же мог, но проебал. Ладно, что у нас? Division 2. Окей, теперь обратно Division 2, Division 3. Но это, по крайней мере, лучше, ребята, чем было раньше. Теперь я реально доволен, теперь мы спокойно сможем на роликах взять чемпиона. Ну что ж, на этом мы заканчиваем, ребята. Следующую, наверное, серию мы поиграем в Doubles. Может быть, что-нибудь еще интересненькое. Я кое-что придумал. Может быть, вам это понравится, может нет, но это как-никак разнообразие. В следующем ролике увидите. На этом мы заканчиваем. Ребят, не забывайте ставить большие пальцы вверх, потому что марафон у нас продолжается каждый день Rocket League. Помимо Rocket League пытаюсь что-то другое выпускать, но пока что 2 дня не получается. Но каждый день Rocket League, как я и обещал. Спасибо за просмотр этого ролика. Не забывайте подписаться на канал, ставить большие пальцы вверх под этим видео. С вами был FlageGK. Всем удачи, всем пока.